Вот что я тебе скажу. Идиот ты безмозглый. Ты принадлежишь мне. Ты моя шлюха. Даже не думай, что ты свободен, как птица в полете. Ты глубоко заблуждаешься, и я уничтожу тебя в любой момент. Так что привыкай. Потому что ты здесь надолго. Ничего не понимаю. Ребят, конечно, это шарш, типа как шуточная постанова, да, но это реально правда, когда ты женишься, тебя будут нагибать просто вот так вот, и даже не именно жена, а семейный кодекс государства тебе будут шпиндохать во все дыры, потому что даже если ты там патриарх, ты глава семьи себе мнишь, да мне, я принимаю решение, дружище, ты против закона не пойдешь, если она захочет у тебя отжать все, она у тебя отожмет все, ну как минимум половину, именно того, что ты заработал сам, так что думайте, прежде чем жениться, ребятки, думайте.